место, развернулся и ушел. Нечего мне здесь делать, я герой. Суперзнаком на груди, со шнурками самыми, не могу найти врагов. Ну где же вы? Только сейчас я вспомнил о микрофоне, и поэтому, наверное, ну будет какая-то музыка. Блин, аж как обидно, а. Блин, давно я не забывал включить микрофон. Так, ну ладно, всем привет, короче. Такую спасательную операцию провел, как обычно, вот это и бывает, блин. Ладно, нехер, короче, сейчас... Едем за контейнером. Ничего себе, времена идут, дом уже построили, охереть. Вот это стройка, да. Блин, как же я так микрофон-то забыл. Опять, короче, весь искрометный юмор, короче. Ушел. Блин, а, я прям... А, ну ладно, чё ж, рабочий момент. Так, где тут контейнер 500? Не, давай один нам покупка. Так, ну, где он у нас? А, ну он там уже стоит, как и везде. Так, паркуемся, вернее, берем контейнер. Так, чуть дала, вот. Так, все. Вернули. Мы сейчас постараемся вырулить. Так, проходим. Руль обратно, бегом. Веселее крути рулем-то, елки-палки. Так, и что тут опять какая-то непонятка. Забор. Так.
Короче, надо. Раз, стой, 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 стой. Вот и теперь трогаемся. Руль надо выкручивать вовремя. Так, я не совсем понял, куда нам вести контейнер, но думаю, что туда же, что ли. Тихо, тихо. Так, ман! Привет! Ман. Сейчас заберемся опять на... Ох-ох-ох. Ну, сюда, короче, заберемся. Нет, нет, в другое место, значит, надо ехать. Так, задолбал меня этот симулятор, если честно, да? Хорош симулятор, но с меня хватит. Итак, всем спасибо за просмотр. Это была заключительная часть строительного беспредела. И слава богу. Всем спасибо за просмотр. С вами был Макас. Всем пока.